есть. Ох, о, красиво было. Мушки заколебали просто вообще. Комары, мушки, блин, капец. Есть первый заброс. У нас щука есть. Мы на новом месте сейчас. Хороший. Вот такой. Ну что ж ты? А, она зва... Все-таки туда зашла. Нет, тебе, бля. Сейчас. Иди, иди прямо, потихоньку, иди. И вот, тупиковый участок, вот этот вот. А, мы сейчас будем здесь, короче, пробовать окуня половить. Вот. Здесь в том году, позапрошлом, ну, в общем, уже в течение 5 лет сюда заезжаем и здесь пробуем окуня ловить. Здесь, в принципе, он есть, но сейчас будем пробовать. Так? Здесь обрывистый берег. Я бачу, что обрывистый. Так, ну вот сейчас парканемся. Сейчас будем здесь кидать вот заводь небольшая. И вот туда будем кидать еще. Ладно, сейчас проверим. Сейчас попробуем покидать вот резина Fox, красно-белая. Она меня каждый год выручает. Погнали. Вон плещется рыба. Прям видно. Так, первый заброс был неудачный. Трава, одна трава. Зацепили траву. Ну, одного я поймал. Одного. Не успел заснять. О, сейчас покажу. Вот. Вот такой вот. Кстати, забыл сказать, что мы сегодня на ляме. Вот. Лямино называется. Мошка, короче, заколебала. Ее очень много. Вот. Видите? Вот она сверху над моей рукой. Вот. Сейчас отчалим. Минут 20 порыбачили. Я одного только окуня выкинул. Вытянул. Такого грамм на 300 нормального. Ну, сами видели. Вот. И поедем сейчас на свое место. Надеюсь, мы там и щуку, и окуня половим. Ладно, всем желаю приятного просмотра. А мы поехали дальше. Есть первый заброс. У нас щука есть. Мы на новом месте сейчас. Щука есть. Здесь комарья капец, просто жопа, ну. Просто конкретно, блин, очень много, брызгаешься, почти не погнать.
не помогает. Ну ладно, в общем, я вам расскажу. Значит, мы приехали на стан, расположились, костер разожгли, съездили на ту сторону на разведку. Ну и как вы видели, я одну поймал щуку. Вышла она, короче, 5 килограммов 200. Ну и пока мы закончили нашу рыбалку, мы сейчас посидим, уху сварим. Вот. Ну а завтра выдвинемся на основную рыбалку. И постараюсь заснять все то, что мы поймаем. Подписывайтесь также на канал, оставляйте лайки. Ну и сами знаете, что делать. Ну вот, друзья, вот эта щука, которая на 5-200 попалась, в ней был окунь большой. Вот такой вот. Сегодня приготовили уху из щуки, которую поймали, и один окунь. Сейчас практически готово, и мы будем ее кушать. Ну вот, друзья, мы приготовили уху. Под уху это, конечно, надо, надо выпить. Вот, выпить. Надо. Олежек, давай. Всего доброго. Всем всего доброго. Всем доброго времени суток. Сейчас уже утро. Сейчас поедем попробуем порыбачить. Нас также атакуют комары. Вообще просто их очень много. И приходится вот спасаться вот такой вот этой. Вот такая дета вообще помогает комаров у нас. Лично у нас хорошо. Вот. Ну ладно, погнали. Ну, я, конечно, встал, как всегда, позже всех. Люблю поспать. И вот такая вот у нас щука первая попалась, практически такая же, которая была вчера. Есть, есть, хороший. О, щучка. Так, давай, наверное, вот так. Есть. Есть. О, тихо, тихо, тихо. Ух ты, есть. О, красиво было. Да, я заснял. Я заснял. Хороший. Есть. На релакс. Поставил приманку релакс. Вот такую вот. Окунь берет. О, добротно. О, что-то взяло. Блядь, нет. Ну, что-то было. Непонятно, то ли... Что-то ведет. Только не сильно дергай, вообще не дергается, она просто плывет. А, ну есть, есть. Во, щука, щука хорошая. Смотри. Бля, сошла. Падла, сошла. Надо же так. Есть, нет? Давай, давай, давай. Сошла? Бля. О. Хороший. Что-то есть. Окунь, по-любому. О. Вот такой. Ага. Ну, что, да, походу щука. Да, щука. Все, поставил. Ага. Прям сразу взяла. Хорошо. Вот он.
Блядь. Ну что ж ты? А, она звала. Все-таки туда зашла. Этот. За свою. Кто это тащит? Сейчас за твою зацеплю нечаянно. Выше подними ее. Ага, во. Есть еще одна. Да хер он, непонятно. Вроде окунь. Подожди. Подожди, я не вижу, что это. Окунь, окунь. Окунь. О, хороший. Вообще огромный. Просто нормальный. Нормальный тут. Хороший. Ох ты. Да, я измучаю немножко. Опа. Есть, она прям сидела там под кустом. Сейчас. Говори. А что говорить? Вот делаю казачий саламур, что? Из окуней. Из окуней. Сейчас. На копчение. Да, сейчас коптить будем. Сейчас просолим, как саламура. Сделали туз лук с полпачки соли. Да, ведро туда полпачки соли высыпали, с водой смешали. Расколотили. И считай, окуня просолились, уже можно коптить. Все, мы приехали назад, сейчас лодку будем грузить, и все, мы сегодня классно отрыбачились, щука, окунь был, комары задрали. Короче, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как всегда. Вот. Была удачная рыбалка. Ну и всем ни хвоста, ни чужие, всем пока, всем счастливо.